Чебоксарах прошел первый форум некоммерческих организаций Чувашии. Инициатором его проведения выступила Общественная палата Чувашской Республики. В рамках форума обсуждались такие темы, как волонтерство и благотворительность, грантовая поддержка НКО, проблемы распространения религиозных сект и ряд других вопросов. Форум некоммерческих организаций – это новая переговорная площадка власти и общества. Цель мероприятия – обсудить имеющиеся проблемы и предложить способы взаимодействия институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления. Форум проходил в формате живого общения. Но у нас есть какая-то плохая черта. Мы берем у Запада плохое, а вот хорошее не берем. Они, к сожалению, подсадили все на фастфуды. Да? И по мне это видно. Вот как работать с волонтерами, да, или как мотивировать волонтеров, да, они нас не научили. Или мы не захотели научиться. В рамках форума обсуждались и вопросы грантовой поддержки. Представители НКО сетовали, что к конкурсной документации предъявляются слишком высокие требования. Минэкономразвитие со своей стороны высказал претензии к самим грантовым идеям. Каждый проект должен быть направлен на конкретный результат. А разработчики зачастую неправильно расставляют не только цифры, но и приоритеты. Лично отвечаю за каждую потраченную вами копейку. Я своей головой отвечаю. Понятно? Еще раз повторяю, что ни одна непонятная мне копейка не пройдет и проект не будет поддержан. Не упирайтесь на опять вот эти поминальные обеды, на зарплату себе любимым и так далее. Ваша задача немножко иная. Мы не против зарплат. У меня некоторые проекты, которые мы отклонили, там 70% вот всего проекта это на зарплаты. Что это за проект? Ну не будет этого, понимаете, не будет. Не пройдете вы все равно. Я вам не подпишу этот контракт с вами. Форум посетил и глава республики. В своем выступлении Михаил Игнатьев поблагодарил гостей и экспертов форума за конструктивную работу, отметив, что в нынешнее непростое время очень важно говорить правду. Ваши предложения, ваши вопросы, которые были озвучены, мы у себя обсудим, соответственно, через организаторов, через рабочие группы. И где нужно уже взять за основу и включить их в соответствующие нормативно-правовые документы или законодательную базу, мы обязательно сделаем. Потому что наша задача вместе с вами не только слышать жителей Чувашской Республики, и в то же время по максимуму, учитывая по содержательной части предложения, включать в работу с одной единственной целью, чтобы максимально минимизировать ошибки. Михаил Игнатьев выступил с инициативой расширить географические рамки форума и в следующий раз провести его в сельской местности, чтобы к диалогу подключились как можно больше представителей НКО. Марина Рябцева, Расиль Мухаметов, Республика.